Благословите тетца. Эдмагида. Магириос. Бог благослови. Θα πρέπει η σύνοδος και η ορθοξία που θα γίνει. Заседание священного синода, которое состоится. Να καταδικάσει την σύνοδο της Κρήτης. Должно осудить собор, который состоялся на Крите. Διότι οι αποφάσεις είναι αντιορθόδοξες. Потому что решения собора были антиправославными. Να κοιτάξουν, να μελετήσουν τις αποφάσεις και να τις καταδικάσουν. Мы должны изучить эти решения и осудить их. Μα ποτέ. Ναι, ναι, σας ακούμε καλά. Θα πρέπει μαζί με τις άλλες εκκλησίες, της Γεωργίας και της Βουλγαρίας, нужно, чтобы вместе с другими церквями, с церковью Грузии, с церковью Болгарии, прежде всего был осужден экуменизм. А второе, нужно осудить Всемирный совет церквей. Потому что он тоже вошел в документы Критского собора. Есть еще другие вопросы, которые являются еретическими и которые вошли в решение Критского собора. Сейчас мы на Святой Гериафон готовим текст, готовим документ, в котором будет сделан анализ всего Критского собора. И мы проанализируем все моменты, которые были еретическими там. Мы должны поступать, руководствуясь акривией, точностью. Δεν είναι απλώς θέμα ότι ένας επίσκοπος κηρύξει μια αιρετική διδασκαλία. Дело тут не в том, что какой-то один отдельный епископ проповедует еретическое учение. Έχουμε κατοχύρωση της αιρέσεως από σύνοδο. Ереси были подтверждены, одобрены на соборном уровне, собором. Οπότε με οποιαδήποτε εκκλησία δέχεται τη σύνοδο της Κρήτης. Поэтому любая церковь, которая признает Критский собор, с любой такой церковью мы должны прекратить общение. И поскольку русская церковь не потому не поехала на собор, что у нее были какие-то вероучительные причины. Патриарх Кирилл подписал декларацию с Папой Римским. И таким образом, вот эти 30 пунктов Гаванской декларации, это было предательство православия. Οπότε αυτό εμείς που πρέπει να ζητήσουμε σαν ορθόδοξοι. И поэтому мы, как православные, должны попросить. Είναι η καταδίκη της Συνόδου της Κρήτης. Попросить Священный Синод, чтобы он осудил Критский собор. Και δεν μπορούμε να έχουμε κοινωνία με αυτούς που δυναμονεύουμε. И мы не должны иметь церковного общения с теми, кто его не осудит. Как вам сказал отец Феодор Зисис, мы с святогорскими отцами написали текст, документ, где мы просим священное начало и просим священный кинот να καταδικάσουν αυτήν τη σύνοδο. Ασυντήτε τα σαμπόν. Και τους εξηγούμε τους λόγους τους λέμε. И мы им объясняем причины, по которым мы этого просим. Αυτό το κείμενο που θα σας το δώσουμε και σε εσάς.
Этот текст мы дадим вам. Το δώσαμε και το Σάββατο στους ηγουμένους και στην Ιερακοινότητα. В субботу мы направили его уже игуменам монастырей и священному киноту. Мадаме, λοιπόν, από το монастырь, από εδώ, и мы уже узнали, ότι ήδη στην Κωνσταντινούπολη το έχουνε διαβιβάσει, что, сети, что он уже попал в Константинополь. Και έχουν κάνει ειδική σύνοδο για να μας καταδικάσουν και να μας τιμωρήσουν. И там уже состоялось заседание, чтобы нас осудить и чтобы нас наказать. Είδαμε κάποιους ηγούμενους. Мы разговаривали с некоторыми игуменами. Οι οποίοι έχουν καλό φρόνημα. Которые правильно мыслят. Αλλά ως επί το πλήστον, αλλά από την Ιερά Κοινότητα και τους περισσότερους ηγουμένους και εδώ από την Ελλάδα έχουμε πόλεμο. Но у нас, в принципе, проблема с иными игуменами и со священным кинотом. Дистихос симборекоте με τον Патриархи, τον Бартоломео. К сожалению, они в своих действиях следуют Патриарху Бартоломею. Στο монастырь απλοί πατέρες δεν την έχουν τη σύνοδο, αλλά δεν έχουν λόγο. Простые отцы в монастыре из братьев, они не принимают спор, но у них нет права голоса. Что вы посоветуете священникам, которые находятся и пребывают в непоминании? Пьяны и симбулисас, стусирис и уби зрекупсан, то нам не монебон, то мы патриархи. И всем остальным священникам Орловской Православной? Кесе олюс, тус алюс иерис, тис ортодоксу и кесиас из Россиас. В случае, если синода Русской Православной Церкви не осудит Критский собор. Ты предпринаканумы стин периптуси, ан и ира синодос из Экклесиас из Россиас, дэн флак атадикаси тин легомени агия кемикали синодос. Экуменизм и всемир. Тон экуменизмо, και το παγκόσμιο συμβούλιο των εκκλησιών. Θα πρέπει αν δεν τα καταδικάσει όλα αυτά. Вы должны будете осудить все это. Να συνεχίσετε να μην μνημονεύετε. И продолжить непоминовение. Εις ένδειξη διαμαρτυρίας. И продолжить исповедание веры. Η μόνη αντιμετώπιση που μπορούμε να έχουμε σωστή στο θέμα. Мы можем иметь только один правильный подход к этому вопросу. Καθώς μας λένε οι πατέρες και οι κανόνες της Εκκλησίας. Такое, о котором нам говорят святые отцы и каноны Святой Православной Церкви. Είναι να διακόπτουμε εκκλησιαστική επικοινωνία μαζί τους. Мы должны прерывать церковное общение с таковыми. Παρόλα αυτά πρέπει να κάνετε ένα γράμμα. Кроме того, вы должны составить письмо, обращение. Για να ζητάτε ότι εμείς θέλουμε να έχουμε και επικοινωνία μαζί σας. И указать там, что мы хотим иметь с вами церковное общение. Αλλά πρέπει να καταδικάσετε τον οικουμενισμό. Но вы должны осудить оккуменизм. Να καταδικάσετε τον Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Осудить Всемирный Совет Церквей. Τις αποφάσεις της Συνόδου της Κρήτης. Решение Критского собора. Και εμείς μετά θα είμαστε μαζί σας. И после того мы будем с вами вместе. Дай Бог, Отец Сава, и просим святых молитв, чтобы... Зитуме ты садьесас, нагиня эти, на катадыгасни, в день Синодос. Элоги. Спасибо, Господи. Прошу и я ваших молитв. Спасибо, Господи. Окей, Христос, Христос.